Депо на самом деле не выбирает клиентов. Это наша профессия. В случае с Аконивы, помимо прочего, это еще и большая гордость, потому что прислониться к созданию великого бренда – это мечта любого агентства. Пришли в новое направление для нас – это переработка молока. До этого мы только производили молоко и продали в Данон, Пепсико и другим. Позиционирование бренда Эконива строится на территории персональной ответственности. Персональная ответственность – это мы понимаем персону Штефана Дюра. Волевой, сильный, ответственный, надежный человек, вызывающий доверие. Были визуализированы все атрибуты бренда, которые нам были нужны, клеймы, которые рассказывают про основные преимущества и отличия компании. Это надежность, безопасность, экологичность, натуральность, персональная ответственность и прочее, прочее, прочее. Но самое главное, мы искали тот графический язык, как мы можем показать эту персональную ответственность. Поэтому был размещен портрет Штефана Дюра. Я считаю, что для упаковки вообще молока это такое как бы ноу-хау, и такого никто не делал до этого. То есть когда производитель сам декларирует тему личной ответственности. Практически нет таких компаний, холдингов России, которые действительно обеспечивают полную цепочку от выращивания собственных кормов до упаковки собственного молока. А у Эконивы все это есть. Она действительно может заявить, что корова ест вкусный корм и дает правильное, хорошее молоко. У нас есть самое такое тесное сотрудничество с компанией «Глобус». Они для нас как будто главные стратегические партнеры. Счастье наблюдать реального героя, который берет на себя ответственность, и который собственными делами, собственными поступками гарантирует всем нам высочайшее качество продукции. Вот он есть! Нам очень нравится то, как выглядит в целом вся наша полка. Мне кажется, помимо того, что это очень стильно, это еще очень убедительно выглядит. Через 6-7 лет мы хотим быть представленными и хозяйствами, и молокозаводами по всем регионам страны, чтобы обеспечить партнерскую работу с федеральными сетями по всей стране.